этом смысле делать нехуй. Чтобы как-то себя развлечь, я решил поиграть с батей в прятки. Поспорил, если выиграю я, он даст мне сотку, а если выиграет он, то сгоняю ему за пивом. Батя согласился. По результатам ЦУЕФа, он прячется, а я ищу. Мне как-то хотелось наоборот. Ну ладно. Батя пошел прятаться. Его жир не позволял где-либо спрятаться. Он пытался спрятаться в шкафу, то под кроватью, и много еще где. Но я пиздец не ебу, как он смог спрятаться в мусоропроводе. Когда я пошел его искать, естественно, в квартире я его не нашел. Искал больше часа и забил на этого алкаша. В это время он застрял в трубе мусоропровода, и при попытке вылезти, он, блядь, покатился вниз по трубе. Я начал переживать, где он, но у него не было с собой даже телефона, что уж там говорить про паспорт и деньги. По трубе он попал в мусорный бак. Там он пролежал в отключке где-то полчаса. За это время он провонял хуже бомжа. Мамка вообще обрадовалась, что этот алкаш ушел, и по этому поводу она весь день ебалась с левыми мужиками. Когда батя вышел из отключки, он проснулся у каких-то рабочих таджиков. Они отпиздили батю и хотели обворовать, но воровать было нечего. После того, как его отпиздили, таджики его закинули обратно в мусорный бак. А мусорный бак увез мусоровоз на свалку. Когда батя проснулся на свалке, он был весь избитый, вонючий, как его носки, весь в осколках и крови. Когда его обнаружили на свалке, подумали, что он бомж, и сдали ментам. Батя просидел в обезьяннике с бомжами и шлюхами 2 дня. Как его отпустили, он не знал, что делать. Вскоре он накопил на билет на метро и доехал до дома. Дома его мать ебалась с 3 мужиками, а собака срала на его кровать. Я побежал его встречать. «Где моя сотка, пидор?»